Розыск старых фотографий. Для съемок социального ролика о Братске сотрудники отдела молодежной политики ищут изображения города. Главный критерий – фотографии должны быть с ретро-отголоском. Необходимо нам снять небольшой социальный видеоролик о любви к городу или на тему любви к городу. Ну, в общем, название пока в работе, как и сам ролик. И для его производства нам требуются старые фотографии нашего города. Фотографии 70-х, 80-х годов, чтобы улицы были узнаваемы. Фотографии можно выкладывать в группу ВКонтакте «События в Братске». Также можно приносить их по адресу Кирова, 25Б.